это не тусовка, это нечто большее. Это люди, которые родные по духу. Вот для этого я здесь. И одна из целей этой конференции – не только дать вам лучший опыт в этой области от тех людей, которые самые достойные первой чек-сетевой компании, но и также дать вам это ускорение, которое вы возьмете, чтобы получить результат. Очень приятно увидеть также топ-MLM-звезд, пообщаться с ними и воочию как бы пощупать, узнать их маленькие секреты. Кто бы хотел, чтобы ваше имя звучало во всем мире? Скажите вашим новичкам, чтобы они научились интриговать. Они поделились частичкой своей доброты, опыта, знаний и зарядили на дальнейшее продвижение, на дальнейший успех. Как расширить географию вашего бизнеса? И вот сейчас я вам, в принципе, скажу самую главную мысль, ради которой я сюда и пришел. Забудьте все эти слова. Лень, труд, стратегия, да. Она упирается очень одной простой вещью. Здесь очень трудно выделить кого-то, потому что каждый из них является действительно яркой личностью. Определяете для себя, ищете минимум 5 топ-лидеров вашей ниши и наблюдаете за их работой. Мало сказать, что я довольна, я даже счастлива, уникальная конференция, обязательно. Вы, конечно, можете писать книгу всю свою жизнь, а можете перестать быть перфекционистом и что-то создать, вот что-то небольшое создать. Есть, кстати, один такой проверенный способ создания книги. Я очень благодарна вообще конференции, знаниям, энергетике, которую мы здесь получили. Ну, просто я отсюда ухожу счастливой. Спасибо. Когда Всеволод дает какие-то техники, да, эти техники, они в принципе рабочие. Они работают везде, в любом бизнесе. Предпринимательство является самым надежным способом быть богатым человеком. Да, я очень рада, что я присутствую здесь, я зарядилась позитивом, я передам все знания своим ребятам. Я абсолютно уверена, что это даст очень большой рост моих сетей, легкость, удовольствие и качество моих дистрибьюторов. Конференция супер. Я рекомендую всем посещать именно вживые мероприятия, потому что это всегда общение с новыми людьми, с интересными людьми. Мне очень понравилась атмосфера. Очень понравился материал, который преподнесен был. Так ярко, живо, впечатляет.